То, что Лукашенко вписался в историю с Пригожиным и давал гарантии безопасности, в последующем это все было дезавуировано в реальной смерти Пригожина, это поставило его в позицию полного обнуления. То есть его слово ничего не значит, он никто. А получил он за то, что фактически он залез в информационное поле, на политическое поле Путина и попытался там быть хозяином, хозяином перед Путиным, как бы манипулировать Кремлем. И он получил в результате, в том числе косвенно, из-за смерти Пригожина, четкий месседж. Если он позволит себе вести себя нелояльно в отношении Кремля, в отношении Путина, Путина, с ним может произойти что-то подобное, что произошло с Пригожиным. Может быть, это даже не физическая ликвидация, это может быть, ну, например, не вернется из Китая в поездке к сыну, где его сын учится в Пекинском университете.